продолжаем нашу канитель, нашу сюжетную историю и несемся в сосисочную доложить Фрэнку о нашей прекрасной встрече с Лоан и о том, как мы оставили в живых Хакона. Let's go. Трассировка лучей, RTX, все по кайфу. Максимальная графика. Да давай, прыгай, ну. Ты рофлишь, да? Жрите ренегатов, зомби. Мои пацаны. А закусочная? Оп, ай-яй. Чуть в дырочку не провалился. Кайфовый паркур, конкурсы интересные, неплохие персонажи, под конец игры они довольно неплохо раскрываются. Сейчас постараемся найти этот ингибитор. Не туда. 35-29, серьезно? Это здесь? Это здесь? Воу-воу-воу. Как думаете? Воу-воу-воу, 9 метров, где? Он уже должен засветиться. Что, получается под водой? Let's go. Нет! Или да? В смысле? Станция метро может для быстрого перемещения, но сейчас все станции захвачены и заражены бандитами. Чтобы запустить электростанцию, необходимо включить главный генератор. Понятно. Так я не сюда. 9 метров, 8, отлично. Мне... Посмотрите, какая ужасная здесь вода, но это бред. Тупо в саки какие-то прыгнул. Есть. А вот тут мы сейчас и поднимемся. Зачем они ругаются, а? Вперёд. Да хватайся же, а? Хорош. Попробую вернуться. Конечно, он у меня уже чел такой довольно-таки умелый. Видите, какие финтифлюхи. Выкручивает. Пробуем. Опять ингибиторы. Душат меня. Стоять. Прохлопнул. Красоточку. Так, 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 так. А где ингибиторы? 35 сюда.
Кто-то корёт жестко. Чего? Чё ты не запрыгиваешь-то? 31, 29. Что сюда? 35, не сюда. Куда? Тридцать, 26, 24, 27. Значит, вот сюда. Куда заходим? 29. Есть вход здесь? Хорошо, вот тут что? Да слышу ингибиторы. Так, хорошо. Где-то тут 14-15 метров. Отстань от меня. Так, 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 так. 12. Не вижу пока. А что это за трэш там? 12. А ну-ка. 13. Погоди, получается такое впечатление, как будто в этой машине. А где же он тут может быть? 11, 9. А вот он, сюда иди. Знаете, как в детской этой игре. Холодно, горячо. А как тебя открыть? Не понял. Как открыть тебя? Где вход? ВГМ аномаль... А, понятно. Тут надо прийти ночью, убить чела, и тогда он, типа, откроет, скорее всего. Тут никак это не... Понятно. Тут надо моба убить жесткого. Который воскрешает всех товарищей. Ладно, что я тут стою, торгую лицом? Болгарки нет? Бежим. В смысле, а что ты не ухватился? Быстрый переход только на центральные здания. Да-то я уже почти перешел, смотри, что тут пробежать. Я уже здесь перешел. Такс, такс, такс. Тут понтюльки, 200 метров. Thank you.
кажись, меня ужалила пчела. Черт! Ладно, сядь. Не страшно. Наверное, она заметила, какой ты красивый, и попыталась тебя облить. Интересно, что из этого выйдет? Так, так, Фребзи. Что получается сюда? Здорово, здорово. Эйден, слышишь? Мы ждем в баре. Так, мы? О, отлично. Что это мы? Фрэнк? Так. Угу. О, нормально. Нормально, добежал. Как раз здесь меня и реснуло. Где надо. Есть. Что встречается с этим? Ох, FPS просело здесь. Просто в хлам. Серьезно? А тут? Жесть. Вечеринка закрыта или можно вписаться? Город перед тобой в долгу, Эйден. Как и бегуны. Можешь стать одним из нас, Эйден. Он будет хорошим бегуном, Лан. Да? Лучше. Но сегодня... Эй, слушайте. Я хочу кое-что сказать. Эй! Слушайте все. А ну-ка все заткнитесь. Фрэнк хочет что-то сказать. Властью, что у меня еще осталось, я принимаю Луан официально и навсегда в ночные бегуны. Заебись! Да иди ты! Фрэнк! Ты хочешь сказать? Значит, ты правда решил возродить ночных бегунов? Нет, это твое решение. Твое и Эйдена, вообще-то. Начало положено. Эти старые козлы, бывшие бегуны, они услышали меня по радио и вернулись. Но ты... Ты переплюнула всех. Выросла. Да ну тебя! Видишь... Девиз. Хакон жив. Значит, ты научилась прощать. Равновесие. Для ночного бегуна нет ничего важнее. А как насчет тебя, Фрэнк? Ты прощаешь? Снова ты не вовремя, Хакон. Иногда да, но не на этот раз. Думаю, это тебе понадобится. Откуда это у тебя? Я хранил его все эти годы, Фрэнк. Ну так что, командир? Это кусок той картины, раз которая у него в кабинете, тебя да? Простила, то выбора у меня нет. Не слышу энтузиазма, но меня устроит. Класс. Но это вечер Луана, не твой. Отойди и заткнись. Ясно. Внимание! Все топаем на крышу. Она подходит для церемонии больше, чем ебучий бар. Понял. Ну что тут в баре вообще? Я заново выкован, минус FPS. Чтобы служить делу более великому, чем я сам. Сегодня я заново выкована, чтобы служить делу большему, чем я сама. Я буду мечом, разящим врагов человечества. Я буду мечом, разящим врагов человечества. Я буду щитом, за которым возродится человечество. Я буду щитом, за которым возродится человечество. Я буду светом во тьме. Я буду светом во тьме. Это моя жертва. Это моя жертва. Это моя клятва. Это моя клятва. Ночного бегуна. Ночного бегуна. Молодец!
Тиху! Вы будете мной гордиться. Уже гордимся. А теперь давайте это отпразднуем. Ребят, возвращаемся в бар. Эйден, врач ВГМ, о которой я говорил, Вероника Райан. Она в старом Велидоре. Ты шутишь? Что? Она одна из первых, кого я здесь встретил. Мы были знакомы, заходила в закусочную. Раз она согласилась тебе помочь, значит, я с ней не посрался. Хоть и был бухой. Мы можем поговорить, пока ты не ушел. Ну, конечно, можем. Ну, конечно, можем. Да, конечно. Дело серьезное. Позже свидимся, Шкет. Ну, поздравляю. Прости, что избегала тебя. Я просто... Как говорят, если начинаешь о ком-то беспокоиться, значит, пора уходить. Да. О, так говорят пилигримы. Фига себе. Нам обоим не надо беспокоиться. Ты стала ночным бегуном. Как ощущения? Все так странно. Так долго был только Фрэнк, а ночные бегуны жили только в его рассказах. А теперь мы просто какая-то чертова семья. Даже Хакон, чтоб его, представляешь? Как странно, что Хакон тоже вернулся. И не говори. Я так долго хотела его убить. Но знаешь, может быть, на самом деле я и не хотела его убивать. Может, мне только хотелось, чтобы прошла боль. А тебе еще больно? Уже нет. Немного зудит, как заживающая рана. Но я впервые не чувствую боли за... даже не знаю сколько. Ну давай же гнем линию до конца. Может, кекс перепадет. Наконец-то. Когда ты ушла после... твоей квартиры. Хакона и моей квартиры. Да, теперь я могу это сказать. А если я могу это сказать, это доказывает, что ты можешь за меня не волноваться. Возможно, ты права. Конечно, я права. Ты слышал, Фрэнка? Сегодня новый день, новые ночные бегуны и новая я. Не знаю. Ты мне нравилась и до того, как стала бегуном. Какие милые слова, Эйден. Ты уже настолько пьян? Остановлюсь, пока еще могу. Послушай, прости, что я пропала. Я просто... Первый раз. Все тип-топ. Это было не мое дело. Но я сделала это твоим делом, когда послала туда. Сейчас расскажу. Может, я сделала это нарочно? Нарочно? Ты сделал меня и Фрэнка, и все это своим делом. И посмотри, чего мы все добились. Может, я хотела, чтобы ты знал, но я слишком боялась рассказать, так что... Мы отправились за кроссовками. Верно. За чертовой обувью. Они тебе идут. Ладно, мне пора. Искать сестру, да? Иногда я ей завидую. Первый раз. Первый раз за всю игру. Она чуть стала мягче к нам. Много значит. Женственнее. Для тебя. Для тебя, ну типа для меня. Она хочет, чтобы она тоже так много значила. Но для меня, вы поняли? Вы поняли скрытый подкат? Нет. Первый раз она из быдла девки. О, пожалуйста, спасибо. Быдло прет. Фрэнк, что для тебя раскопало? Из быдла девки превращается в такую, знаете, кокетку. Лоан, все тебя ждут внизу. Я иду, Хакон. Черт. А ты иди и делай, что должен, Эйден. Удачи.
А я пока займусь своими делами. Все новое, хорошо забытое старое, да? Фрэнк нашел врача, которого ты искал, Веронику Райан. Похоже, она когда-то работала на ВГМ, а я думал, что знаю все про женщин этого города. Думаю, ты найдешь ее рядом с церковью. Опять туда? Давайте, лаги, уже заканчивайтесь. Я многое должен сказать, Луан. Ну... Ребятули, игра очень даже, ну, игра неплохая, вот так скажу. Ничего в ней нет сверхособенного, но тут неплохая атмосфера. Прикольный паркур, хоть и можно, есть к чему доколупаться. Вот. Ну, посмотреть стоит. Покупать только любителям и ценителям. Наверное, так скажу вам. Такс, что я хотел попробовать улучшить? А как мне, ага, купить, улучшить. Вот это могу улучшить, правильно? Еще могу? Есть. Хилку хорошо улучшил. А, ну тут еще эти трофеи нужны. А этот дельтаплан что-то я не мог улучшить. Ну ладно. Купить... У факел тырым-пырым боеприпасы. Надеюсь, все. Тебе понравилось. Интересно, поскольку она теперь хилит, во, вроде бы FPS по... возвращается. Так, 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 так. Где ремесло? Иди сюда. Во, крафтим. X18, let's go. Такс, такс, такс. Ого, как же далеко. Может, мне сейчас будет вы проще сделать телепорт, да? А куда мне? Что? Ну да, конечно, телепорт лучше. Вот так. Let's go на быстрый телепорт. Не то нажал. Такс, 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 такс. Че он не бежит, я не понял. О, наконец-то. Давай выходи. Такс. Тун-турун-тун. Опа-па. Потерпите, мэм. Веронику Райан. Я не помню, кто это. Кто такая Вероника? Нужно было ее найти. Я не знаю, кто это. Не помню. Она, по-моему, мы ее не встречали еще. Ну, поехали. Я пожилой Ямакаси. Йиху! Если не наложить повязку, начнется инфекция. А что там происходит? Постарайтесь ей не шевелить. Вот так. Уже лучше. Ну, прикольно. Так нельзя взаимодействовать. А нам нужно подумать. Отдыхайте, говорит, слышишь? Отдыхайте, короче. Понял? Да, сейчас лягу, отдохну, ходить не могу. Так, чуть-чуть почилю маленечко. Зомбаков нет, вы в безопасности. Отдыхайте. Ни в чем себе не отказывайте. Кусок говна. Блин, я, кстати, забыл продать всякий трэш. Блин, вернуться продам. Я, наверное, вернусь продам, чат. У меня полный рюкзак ненужных этих пушек. Я уже новые не могу подбирать. Я вернусь, продам, пока далеко не ушел.
Гномы за золотом. Едем нормально. 50 километров в час. Так, так, так. В зеркало посмотреться не забыть. Ну да, это важно. А где все? Слушайте. Слушайте, всех нету никого. Это база миротворцев. А тут нет никого. Тут тоже нет никого. Серьезно? Это что, баг? Вообще никого. Пустой город. Я ж только что подходил к челу и у него покупал, улучшал рецепты. Где они все? Подожди, может надо попробовать войти через дверь или что? Так, а я только что улучшал же. Вот смотри, вообще никого нету. Я ж только что улучшал у него этот... А, или это не здесь? Лекарство. Ты хотя бы знаешь, что делаешь. Бля, все, тупо переучет, чат. Тупо переучет, алло. Дерьмо. Вот, дерьмо. Это еще что? О, тут ты они что лазят, знаешь, видишь? Сейчас. Сейчас. У кого клапан не держит, плюс чай. Вылезай уже. Ну все, ладно, убежал тогда. Убежал. Угу. Так, медок лутаем, лутаем медок. Кровушки, говорит, моя хлебнет. Хорошо подумал. Так, лутаем ромашку, чтобы хилки делать. Ромашку, грибы. Все нормально. Погнали, я пожилой паркур. RTX on. Трассировочка. Трассиров очка, да. Так, 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 так. Сколько-то метров, да? 180. Бля, что-то я думаю, что я тут не допрыгну, братва. А, вон вижу, вижу, вижу. Вот по этому городу мне поприятнее перемещаться. Хотя тут город больше навороченный. Так, еще, еще, еще. Каждый день обновляются растения, которые лутать можно. Когда сутки проходят, можно опять лутать. Из которых крафтишь, да. Такс.
Так-с. Куда? Прыжок. Дельтаплан. И let's go. Так, 58 метров, кавабанга. Та, ага, вот, тоже есть вход. Кто такая Вероника, я не помню. Тут сейчас тоже будет минус FPS, да? А чё не могу зайти? О, отлично. О, вот сейчас как раз и продадимся. Кто мог знать, что у них с собой ноги? Отлично. Ты вообще себя слышишь? Да ладно, перестань. Это все ерунда. Помолчи. Так, бандиты, продаем. Давайте вот эти палки. Говномешалки. Икс. С 37 урона. Меня интересует нормальная булдыга. 50 плюс урона. Кого булдыга найс плюс чай. Так, все, вот это уже норм. Вот это можно продать. Ух, нормальный глеф. Все, вот это. А даже вот это можно скинуть. Все вот это. Все третий, что второй левел, 30 урона. Не позорься. Так. Все, оставляем так, как есть. То есть придумать, как это все исправить. Так, обыщите базар, найдите Веронику. Вероники есть в чате? Ля какая. Чика-чика-чика-чика. Ты сладкая клубника. Есть Вероника вообще в чате? Ага. Редкие. Ага, сопротивление электричества. Ну тут такой. А что еще можно ему продать? Это ему... Что он вообще принимает? Сиги принимаешь? О, смотрите, вот это всякий трэш. Сухой паёк. Для чего это вообще? Вот это все. Посмотри, сколько тут инструментов. Я не знаю, вот это, нам надо ли мне это все продавать. Есть. Продать все. Аспирин какой-то. Непонятно, что здесь надо, а что не надо. Ресурсы, а тут что написано? Разное. Походу, разное все можно продавать. Походу, вот это можно все продавать, не? Наручные часы точно похожи на инструменты, не знаю, ботинки. Ботинок бы, братану, чуть-чуточку. Так, погоди, где продать все? Продать все ценные, вот это что ли? Ценные вещи. Так не подожди, в смысле все ценные вещи? Вот это продается все разное или нет? Ты уверен? А если я сейчас все продам? Окей. Все отлично. А я так, я ни разу не продавал так полностью. Отлично. Чат, можно мне для себя пожить хоть чуть-чуточку? В смысле, блин? Да, да, я. Привет, Барни. Здорово, говнюк. Какими судьбами? Как дела? Вообще не интересует. Доктора Райана, пожалуйста. Веронику Райан. Не ты один ее ищешь. В смысле? У доктора неприятности. И какие-то странные. Недавно в старый Велидор пришел отряд ренегатов. Мы приготовились к очередному сражению. Но они не напали на базар. Просто спросили доктора Райан. Конечно, мы не сказали, где она. И где же Вероника? Мне-то ты можешь сказать? Прячется. Винченцо и несколько наших парней охраняют ее.
Но чем меньше народу знает об этом месте, тем лучше. Где она? Если за Вероникой охотятся ренегаты, нескольких парней не хватит. Ты ни одной драки не пропускаешь, да? В здании на севере Quarry End, на Куртизан Роу Стрит. Но я тебе этого не говорил. А ты? Почему ты здесь, а не с Винченцо и остальными? Я хотел, но Софи меня отговорила. Сказала, не хочет проблем из-за моих замашек. Каких таких замашек? Понятия не имею. Хорошо. Спасибо за сведения. Пойду к ним. А говорят, я ищу повод для драки. Ладно. Удачи, друг. А я все твержу, что зима близко. Твоя киска в зоне риска. Пошли. Пошли Веронику искать. Ты уже давно с нами. Ты уже практически один из нас. Рада тебя видеть. Так, я вроде бы все продал. Ну, нормально, окей. Как далеко мне? Как далеко мне? Ребятульки. Когда... О, нормально, нормально, нормально. Я люблю поэтому по старому Велидору рассекать. Вот тут прям по кайфу. Let's go. Да ты чего прицепился-то, а? Да, первый Dying Light, конечно, да. Просто, просто коробка по сравнению с этими ресурсами. О, с этой растительностью. Вот с этой... С деталей просто очень много. В первом Dying Light все, грубо говоря, знаешь, дом. Обычный дом, без всякой мха, растительности, шевелящихся папоротников, да? Посмотрите, это папоротники, кстати. А маморотники есть? Он флейтистом хочет стать. Чисто на кожаной флейте брынчать. Ладно, ладно. Это была шутка юмора. Если по поводу кресла, то оно, ну, типа, одно из самых бюджетных из этой линейки. Ну, там какая-то была лимитированная серия туда-сюда. Но, кстати, не знаю, типа, норм, но хотелось бы лучше за эти деньги, если честно. Оно уже не первой свежести у меня, но оно мне уже не первый год. Вот так. Я не знаю, конечно, насколько это реально вообще, если я его жопой давлю по 10 часов в сутки. Тупо 10 часов, 10 часов, 85 килограмм, 85, тупо мяса. Вот. Давит это кресло на протяжении уже, наверное, все-таки 3 лет. Не-не-не. Осторожненько, вот так. Так. Это что, тут надо завести рубильничек, да? Let's go. Что за взрывы? Что происходит, а? Да что? Это где вообще? Кто здесь? Это кто по мне стреляет? Это зомби уже научились стрелять или как? Лучший чатик здесь. Не забывайте подписываться. Вам не сложно. Стримеру приятно. Стримы каждый день.
темнеет на глазах. Это что за какушка такая? Ой-ой-ой. Это я такого еще не видел. Просто какой-то вонючка попался. Блин, ну это ночь. Блин. А, мама, страшно, мне страшно. Заберите меня обратно. Как-то так потемнело, непонятно, странно, в той части города. Такс. Тихо. О, что, просто люди с окон падают? Ну, в смысле, не люди, а зомби. Второе, они тут своей жизнью живут. Другальки. Так, тут этот крикун гребаный. Так, обойдем по левому флангу. Флангую. Ай-яй-яй-яй-яй. Я просто на девушек засмотрелся. Просто прошу прощения. Иду, братец. Прошу прощения. Тихо-тихо, это было случайно. Я тебя в жбан дал. Спасибо. Так, на рефлексах. Давай, шоу, ништяки, деду. Ништяки давай, деду. Спасибо. Блин, у тебя оружие такое неплохое. Может, тебя все-таки клацнуть? А если я его сейчас бахну, как думаете? Смотрите, у него нормальная палка, не? А ну иди сюда. Проклятые твари, все, ненатуральная игра. Игра ненатуральная, нереалистична. Верните деньги, 35 баксов, нереалистично. Это была моя игра, я должен был ее вести и забрать нормальную пушку у него. Я его спас, я с нее ништяк залутал, еще и пушку хотел залутать. Нереалистично, верните мне 35 баксов, пожалуйста. Здорово. Здорово, ублюдки. Шашлындос. Let's go. Такс. Кстати, давно ингибиторов не было, контейнеров с. Я их просто осудил, короче. Говнюков этих. И они уже стали поспокойнее. Блин. Дай на крюк, дай на куканчик зайти. А что тут такое? Подождите.
Подождите. А. Ладно, получается сюда. Ты заговоришь. Я тебя заставлю. Вероника, это тебя обижают, солнышко? Это лишь сейчас, подожди, чуть-чуть. Времени. Чуть-чуть почили, сейчас перемотаюсь. Гранатку возьму. Может, и поехали взлом. Вот так с первого раза, видели? Сюда. Руки прочь от девушки. Тихо. Тот стонет меня. Я просто не знаю, как отсюда тут манцевать. Я покажу, что я не шучу. Туда вы. Тебе подарок от меня. Уже иду. Я из тебя всю кровь. Завязывай в балабол. Вот так-то лучше. Футбол бахаем. Футболисты есть в чае? И тут взлом. Ладно, давай будем взламывать чуть попозже. Пока тут все залутаем. Слушай, вот это должно вообще с ним контактировать. Там он как будто бы забитая комната. Ну ладно. Все, получается, идем взламывать. А лутать нечего. Так, во-первых, надо сюда приколдес запилить. Так. Запилить приколдес. У нас заканчивается. Видите, прочность. Чинить здесь оружие нельзя. Но если мы в него вставляем определенный приколдес. Рукоять, а здесь есть прикол, который дает на 50% прочность. Ремонт оружия, ага. Ужесточение, ясно. Вон, смотрите, горелочку какую. Сломай меня полностью, я хочу, чтоб ты ломал меня. Ай. Эйден. Здорово, братан. На картаны подприсел. Слава богу. Где Вероника? Ей удалось убежать. Я должен ее найти. Ты знаешь, где она? Нет. Что-то я не понял тоже, кто это. Мы можем попробовать с ней связаться. Вероника? Вероника? Ты в порядке? Вероника. А, черт. Что-то здесь не так. Да, я в порядке. А ты? О, теперь да. Кое-кто хочет с тобой поговорить. Доктор Райан, это Эйден. Я знаю, что на тебя охотятся ренегаты. Скорее, Эйден. Ренегаты вот-вот будут здесь. Фрэнк сказал, ты работала на ВГМ. Мне нужен доступ к базе данных ВГМ в обсерватории. Ключ ВГМ у меня. Ключ доступа ВГМ? Да. Как считаешь, ты могла бы... Хорошо. Я в домике у плотины, недалеко от обсерватории. Хорошо. Я... Прием? Будь осторожен, Эйден. Там полно химикатов. Ой, не люблю постараюсь. По этим химикатам спасибо, бегать. Спасибо, что предупредил. Это тебе спасибо. Если бы не ты... Прощай, Эйден. Прощай.
ГГ, да. Нет, шевелится, шевелится. Короче, пердит, сидит. Что значит? Ага. Смотрите. Блин, принял сигнал о помощи. Кого? Я не хочу. Я, кстати, 300 раз принимал, никогда не получалось. Прикиньте. Сейчас посмотрим, как это работает. Это, кстати, мультиплеер. Я до этого постоянно принимал журнал сигнал о помощи. Никогда не срабатывал. Они, видно, сделали апгрейд. Кого? Не удалось установить подсоединение. Ну ладно. Не удалось, так не удалось. Больно-то и хотелось. Но хотел посмотреть, как это работает. Сколько? Посмотрите, серьезно? Вау. И как так бегать-то? Не, я, по-моему, не тпшнулся. Я ж тут и был, по-моему, не? Посмотрите, сколько бежать. Быстрое перемещение недоступно во время задания. Ля вы крысы. Ладно. Вы хотите, чтобы я бегал такие расстояния? Вы, конечно, вообще чокнутые. Хотя, с другой стороны, 1 километр это вообще, в принципе, херня. Но тут такое впечатление, что намного больше пробежало. Ощущение. Всех просто разделал, размандючил. Тихо, не пугай меня. Что тут полутать ничего нельзя? Просто километр мне бежать. Ой-ой-ой-ой-ой. Главное не рипнуться. Обычно после этих слов рипаюсь. Отлично. Нет, я тебя туда не поведу. Что у тебя тут можно замутить? Какой движ, Париж? Так, а как улучшать вот этот аэроплан? Где его улучшать? Уроки в разгаре. Никаких экскурсий. Возможно, этот интеллигентный. Да что ты не перелазишь? Ты серьезно? Ай. Ай. Куда, куда, куда? Куда?
Фрэнк это хочет Лили восстановить ночных розы? Бегунов. Интересно, это я передаю привет. На приколе, ребятули. Опа-па. Ну, давай, 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 топи. Как близко мы уже? 900 метров охренели вообще. Подождите. В смысле, это... Боже, это просто забей так бегать. Я уже бегу, бегу, уже километров 10 накрутил, они мне говорят 500. Они мне говорят еще километр. Оп! Нормально. Сейчас закричит. Все, ГГ. Блять, ГГ. Я хз, как тут бегать, еще из погони, это просто жесть. Ладно, чуть-чуточку тут осталось, уже скоро сейчас светать будет. Мы так-то всю ночь неплохо по крышам попередвигались. Насколько я, кстати, ближе к точке? Ничего не ближе. Так, погодите, надо сейчас нам, по идее, поставить новые... Новые что? А где? Ну, ага, вот, новые... Хилочки. Блин, как бы туда лучше побежать? Я не знаю. Жесть, неприятное задание. Где я нахожусь? Ага. Я вот сюда бы как-то тэпнуться. Не, не могу. Нет, не дают тэпнуться. Ладно, бегу как есть. Сложно, сложно, сложно. По поводу грибов не знаю. Ну, вроде нет. Там, наверное, там есть какие-то у меня вот такие вот, сейчас покажу. Ингибиторы. Вот здесь, вот, наверное. Так, иммунитет. Расходник иммунитета. А в чем разница? Ни в чем. И тут нету даже, не думаю. Хотя. Это только при заражении. Ну не знаю, может вот это дышать надо. Но там все равно, короче, сложно. Так. Главное не разбиться. Ну тут изи.
Миллион тысячу две крикунов. Рядом контейнер с ингибиторами. Надо ждать, короче, утра, я хз. Может, контейнер поискать. Идите сюда. Сорок три, давай уже святая, а? А, понятно, там ингибиторы с аномалией, вот там. Не, я туда не пойду, что, дурачка нашли? Хотя можно попробовать, не, не сейчас, не время реально. Вот там сейчас, смотрите, сейчас там начинается сплошная радиация. Как мне там ходить? Я не знаю. Карта неизведанная. Вот как мне туда идти, не знаю вообще. Надо походу на мост, что ли. Я тут, в принципе, был. метров. Ну пошли, надеюсь, что правильно бегу. Какая красота, тупая трассировка лучей, вся хурма, даже фонарик не хочется включать. А где трассируем? Да где-то трассируем, что-то вроде все нормально. Эйден, да, где? Я у плотины. Найди меня и пойдем в обсерваторию. В смысле, ты прятаться еще будешь, зайка? Но обсерватория залита химикатами. Ищи двухэтажный дом между плотиной и променадом. Запомнили? Отлично, отлично. Запомнили, двигаемся. Самый внимательный, ценный, лучший зритель мой. Оп-оп-оп-оп-оп. Да прыгай. Он просто не прыгает. Он не прыгает, он не прыгает, он скользит и не прыгает. Ну тут я видел уже ультрафиолет, тут все в порядке будет. Давай, сколько... В смысле? Ты рофлишь, что ли? Молчу. Ну, походу, да. Блин, ну это же жестко. Ну что это за чекпоинт такой конченый? Ну это вообще боль какая-то, а? Почему ж так больно-то, а?
А если я еще раз там упаду, что я буду так пос... Ну что, серьезно, что за... Всегда были хорошие чекпоинты. Даже вперед телепортировало. А я тут долечу? Жесть. Жесть неприятная. Так, а где плотина была? Вы не помните? А, вот здесь, да? Во-во-во, смотрите. Вот это... Ага, вот, смотрите. Карта красиво. Мне вот сюда надо, получается, выбегать. Сюда, 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 сюда. Хорошо. Ай, блин, я допрыгну или нет? Я допрыгну, я сильный. Отстань. Оп. Уже карту изучаю прямо. Так, братва, по-моему, правильно, да? Да, вон, по-моему, мосты, вся эта лабуда. Уже бегу, как, смотрите, уже 1000 километров пробегаю. Просто тренировочка, тренировочка. Эй, я чисто вообще человек-паук какой-то. Просто это особый вид удовольствия на геймпаде. Навстречу ветру. Красиво, красиво этот цвет такой. Синий, мне нравится. Ультрафиолеты, мне нравится. Деду надо. Яп. А ну. Так, все, главное тут не упасть. Просто ран, Вася, ран. Вот почему тут нету сейва? Может, тут надо его активировать? Слушай, а может, тут надо просто вниз спуститься? И бежать дальше туда? Или куда мне дальше? Стоп. А знаете что? А мне-то надо вниз спускаться. Хе-хе, бой. Ясно, да? И мне надо туда. Или нет? Или да? Или дан. Да. Я, ну, тупо Зидан. Или нет? А как мне тут выживать-то по этим вонючкам-то тут бегать, а? Ага, погнали по автобусам. Нет, ну жесть же, а. Я откисну здесь, братва. Чё, по краешку? А там дальше. Ну тут вроде нормально, идем.
Опа-па. Дайте чекпоинта, братья и сестры. С ноги, брат. Слабак. Серьезно? Я думал, что я нашел путь. Ну, бред, а? Может, здесь? Так, а тут ничего не открывается. Через поезд нам не пройти. Через поезд нам не пройти. Блин, не пойму. 200 метров. А подождите, а бочком не пройдем случайно? И чё думаете? Не. Блин. Куда бежать? Спасите. Хорошо, что времени нет. Попробовать перелететь, братва. Подождите, так я же не отсюда пришел. Попробовать на параплане сколько смогу. Ай. По реке. Кстати. Опа-па. А ты хорош. Нет, не хорош, брат, не хорош. Нет. Там что-то, короче, на дне много химикаций. О. Так, подождите, сюда тогда. Пробуем тогда сейчас подняться. Я не вижу других вариантов. А, печет. Ну что думаете, только лететь получается с моста? И вот туда, ну да, а других... Подождите, братва. Эй, не то. Последнюю бутылку выкинул. Совсем забыл. Let's go, красиво идем. Так, дальше. Опа. Подождите, а сюда? Прыжок. Ого. Фу. Вспотел, ребятушки, вспотел. Тут, кстати, по-моему, воздушное пространство, Ребзи. Бесплатное, без стамины. Это просто красиво. А почему стамина уходит? Ну ладно. Нам не важно, мы долетаем. Блин, ну неплохо они придумали. Зоны с радиацией. Ну неплохо в целом неплохо, Ребзи, неплохо. Не шедевр, но она легко играется. Она играется не... Я даже не засыпаю под нее, понимаете? Но багов много. К покупке, ну не могу рекомендовать. Реально. Ну вот играется она вот... Я не зеваю, сижу, понимаете? Я в носу не ковыряюсь. А вот это главное, наверное. Встретитесь с Вероникой у плотины. Хорошо. Она прям, ну, вот, смотрится как Кенчик прекрасно. А вот покупать, чтобы игра была в коллекции, возможно, по скидке, не сейчас. Ну и новое место. Где мне с тобой встречаться? Котик, рыбка, паровозик.
Здорово, мать. Как дела? Ты? Я Эйден. Так и знала, что или мы ревизор. Еще встретимся. Ты подлечила Барни. Он хныкал, как ребенок, увидевший шприц. А ренегаты, почему они тебя ищут? Наверное, по той же причине. Доступ к базе данных ВГМ. Зачем тебе она, Эйден? Зачем так рисковать? Доверься Веронике. Ну, конечно, будем доверяться. Но чё сюда пришел? Чё сюда пришел, чат? Но мы же все-таки верим, да, в людей. Мы же верим в людей, ребят. Я ищу свою сестру. Твоя сестра работала в ВГМ? Нет. Она была пленницей. Я не видел ее 15 лет. Пленницей? Ты имеешь в виду подопытной? Не знаю, что я найду. Кроме нее, у меня никого нет. Только так я узнаю, что с нами сделал Вальц. Вальц? Он держал нас там. Вальц любил ставить опыты над детьми. Ты знала об этом? Я была простым врачом, Эйден. Прости. Еще какие-то вопросы? Или пойдем? Угу. Почему ты помогаешь? Тоже хочешь что-то найти в базе данных? Эйден, там хранятся самые большие секреты моей организации. Угу. Эта работа чуть не стоила мне жизни. Я должна узнать, что там. А если не понравится найденное? Не рискуешь, не выигрываешь. Почему доктор ВГМ оказалась на базаре? Потому что она никому не говорила, что работала на ВГМ. После революции ВГМ обвиняли в этой катастрофе. Сотрудников ВГМ ловили и казнили на месте. Люди мстили, чтобы облегчить боль. Неважно, что это не помогало. Что было, то прошло. Теперь я другой человек. Как ты собираешься попасть в обсерваторию? Смотри, есть секретный туннель в комплекс. Его давным-давно заперли. Дай мне ключ, Эйден. Приятная озвучка. Озвучка делает прям очень работает. Много. Вроде как. Может, проблема в том, что здание обесточено? Есть другой способ попасть внутрь. Зависит от того, насколько мы готовы рискнуть. Я готов на все. Ладно, идем со мной. Я кое-что тебе покажу. Вот, кстати, если бы в этой игре, вот, ну, объективно здесь сюжет, ну такой себе, ну, на троечку. Натянуть как-то можно, да? Кого натянуть? Сюжет, конечно же. На что? На бутылку. Вот, если бы здесь не было озвучки, это был бы кал. Ну, это просто была бы какашка, в которую, возможно, я бы не играл бы. Понимаете? Вот если бы тут не было озвучки. Ну, я в плане сюжета имею в виду. Сюжет был бы не очень. Геймплей-то ок. Но вытянул ли геймплей? А вот когда сидишь, слушаешь себе, кайфуешь, уже не так-то плохо. Я, кстати... По-моему, Ребзи, по-моему, мы отсюда начинали наше с вами путешествие в эту игру. Ну что ты будешь делать, а? Вот как она туда прошла? Ой-ой-ой. Как она туда прошла? И постоянно, знаете, какой-то такой микрозатуп присутствует. Но он не напряжный, вот как в God of War. Вроде бы загадок много, но загадки эти решаются спустя 10-15 минут. После топтания на месте. Даже быстрее. Тут все намного проще. Прошу прощения. Не видно было. Дару. Видишь купола? Золотые? Конечно, но здесь все залито химикатами. У ВГМ было одно средство. Ага. Когда они модифицировали THV, они должны были защитить своих сотрудников. Модифицировали? Химикаты. Они придумали блокираторы,
Инъекции, защищающие на несколько минут. К счастью, у меня еще остались две дозы. Так и знала, что пригодятся. Ну понятно, сейчас будем, короче, лётать. Состояние стоит. Лётать по химикатам. Сейчас нам нужна только одна. Для тебя. Может, лучше для тебя? Мне неинтересно. Ну, почему только для меня? Как только доберешься, включай свет. Она просто... Понятно. Дай сюда руку. Запомни. Инъекция дает химзащиту на очень малое время. А нельзя сразу две вколоть? Нет, это опасно. Слишком мощное средство. Как можно быстрее доберись до малого купола, а оттуда к большому. Тебе нужно найти дверь внутрь. Там ты будешь в безопасности. Затем иди в блок Б. Опять по Припяти, по Припяти лазить. Как только включишь электричество, дверь будет разблокирована. Угу. И я смогу пройти через тот туннель. Иди. Блокиратор действует. Блокиратор действует. Куда? А, вижу. Внимание! Неисправность в цепи питания блока Б. Инициирован аварийный протокол. Аварийный выход. Я прошел через химикаты до первого купола. Отлично. Теперь дойди до второго. Найди дверь, люк или другой вход, ведущий вниз. Хорошо. Внимание! Неисправность в цепи питания блока Б. Инициирован аварийный протокол. А начинается вот это вот запаркур тут, запаркур там. Подпрыгни, кошкой уцепись, упади вниз. Начинается тренировка Ревизорыча. Отца. Отца. Я вижу, времени нет же у меня, все хорошо. Может тут лут, может есть лут. Вероника, я нашел вход. Пока все хорошо. А откуда ты так хорошо знаешь это место? Я была здесь однажды, очень давно. Да что ты не лезешь вниз, а? У меня хорошая память. Боже. Железное качество. Ну, иногда плохое. Правда? Найс квест. Очень сложно. Вероника, здесь целая толпа зараженных. Надеялась, там уже никого. Ты ошиблась. Не знаю, прорвусь ли. Включи ультрафиолетовый фонарь на поясе. Он должен отпугнуть их. Главное, не останавливайся. Ну а как открыть? Ага. ГГ. Куда бежал-то? Да, фонарь включи. Я б тебя включил бы, блядь.
Я бы тебе подорожник бы приложил бы, когда тебе руку оторвало б. Рубим их всех. Капуста. Yes. Идем потихонечку, всех в капусту рубим. Вот эти, конечно, прыгуны, это, конечно, жесть. Браслеты какие-то приколы лутаем еще с них. Откуда вы? Отсюда вы, по одному. Бля. Ну слишком же, как от этих челов вообще? Блин, ну может быть светить надо было. Ну не может быть, а скорее всего. Надеюсь, первых мне сейчас дадут рез, и первых уже челов не будет. Надеюсь. Кстати, надо модификацию продлить. Такс, давайте мы это сделаем. Изменить. Рукоять. И тут что? Ужесточение. Угу. Укрепление. Бам-бам, бим-бим. И теперь оно будет меньше еще расходоваться. Классно. Прекрасно. О, видите, отлично, уже продолбили толпу. Что такое? Прыгнуть хотел? Не сегодня. А можно вообще? Угу, понятно. Слишком много, ну жесть какая-то. Просто ад какой-то, кошмар. Ух. Щиты подняли. Ревизор пошел. Так, знаете, что мне надо сделать? Сейчас надо какие-то бомбы туда забомбить им. Бомбы забомбить. Нормально я придумал или нет? Вот, бум, с него бомбу, отлично. Добавили. А что такое кунай? Я, пожалуй, кунай. Но это что-то, мне кажется, такое. Несерьезное. Let's go, красавчики. Ладно, блин, что-то им вообще пофиг на самом-то деле.
Есть. Мясоруб очка. Ну неплохо, я их зауешил. Так-то. А потом добил. Ну тесак у меня зачетный, да, чет? Давай мясо. Можно с гнильцой. Стрёмно, стрёмно. Давайте еще сейчас что-то положим сюда взрывающееся. Бумстик, что это такое? Посмотрим. Надо же вообще пользоваться всякими механиками. Тихо, ух ты! Все? Не, ну так-то урона много. Там еще полная, полный подвал. Полный подвал. Звездюлей. Мясо, давай мясо, ешьте. Топор сейчас развалится. Давайте посмотрим, я смогу с ним еще что-то сделать или нет. Походу уже нет, все три слота. Все три слота заняты. Убрать уже... А, украшение. Ну, украшение же не дает ничего. Прочность 6. ГГ минус топор, шо.
О боже, опять они, чар. За что? Ух ты, 96, нифига себе. По людям. 11, 55, 96, 88, 56, ого. Ладно, а что остается делать? Блин. А куда тут идти? О боги. А дальше? А-а-а. Серьезно? Что, кабель надо тянуть? А куда? Электричество включено. Отлично. Туннель открыт. Попробую добраться до тебя на лифте. Здесь как в улье. Тьма зараженных. Но я от них избавился. Они тоже были людьми, Эд. Помни об этом. И что? Эйден? Что? О, боже. Лифт! Он остановился! Наверняка сгорел предохранитель. Я проверю. Не волнуйся, я все починю. Пожалуйста, не бросай меня. Не бойся. Не бойся, я еще полутаю. Сейчас все будет. Не бросай меня. Не бросай меня. Посиди чуть-чуть, попукай. Времени нет, ты нормально себя чувствуешь. Блядь! Эйден! Сделай что-нибудь! Выпусти меня! Этим и занимаюсь. Выпусти а меня! Как мне ее выпустить? Да не ори за долбурку! Я тут нихуя пинаю, Вероника! Дыши глубже. Не бросай меня! Я не знаю, где ее искать, где лифт искать. Криками делу не поможешь. Больше зараженных привлечешь. Успокойся. А, может, я назад надо возвращаться? Найди способ восстановить электропитание. Погоди. А при чем тут электро... Так, тогда, получается, мы отсюда будем сейчас тянуть все, как и полагалось, да? Ребятули. Я тут не буи пинаю, понимаете? Причем тут предохранители? Кого? А мне надо как? Напрямую, что ли? Походу, то отсюда надо только. Серьезно. Thank you.
Опа, хорошо. Вероника, свет вернулся. Ты будет как? Свет. Вероника, встретимся у лифта. А где лифт? Ку-ку. О, какой лифт у тебя большой. Сказал, все исправлю. Просто зайди. О, сейчас будем нормально. Зайди, говорит, просто. Ну, давай, говори все, что ты хотела. Давно у тебя клаустрофобия? Серьезно? Последние 10 лет. А что тогда случилось? Эйден, ради бога, не будем сейчас об этом. База данных. Где она? Подожди секунду. Под нами. Еще глубже. Еще 6 этажей. О, да. Крутое тут оборудование. Да, ВГМ. Этот комплекс принадлежал военным. Они использовали его для раннего предупреждения, ракетных ударов и всего такого. Вот почему он называется обсерваторией. Затем появился вирус, и это был конец. Ну, история. Раньше такие места называли свидетелями истории. Чудесно. Снова темно. Жди. Я пойду разберусь. Будь здесь электричество, можно было бы запитать весь этаж. А куда мы будем ехать-то? Нужно как-то открыть эти двери. Может, с другой стороны? Это единственный способ добраться до базы данных. Вы видели, как он заметался? Это было красиво. Алло, это жестко. Ну да, неплохо. Как туда забраться-то? Я думал, взорвется, и двери мы поможем взорвать. Начинается, тупняки. Кто? Это единственный способ добраться до базы данных. Можно я тебя сейчас раз просто гэпну? Не понимаю, куда? Thank you.
Хорошо. Ага. Ха-ха-ха. Я думал, это пластиковый потолок. Я так вначале и подумал. Ну, смотрю, блин, пластиковый потолок. Камон, куда тут лезть вообще? О! А! Жесть-то какая. Так, дверь открыть надо, да, нашей подружке? Ладно, она, в принципе, подождет не в первый раз же уже. Так, а где двери подруги открывать? А, это следующий, наверное, зал, да? А вообще этот лут имеет смысл? Уже конец игры. Хотя, опять-таки, непонятно, конец или нет. Что, сразу брать? Это же не просто так здесь. Ноль метров, понятно. А куда дальше? А это что? Зачем эта комната, в принципе? Там зомбаки, что ли? Или там что-то посерьезней? А не, вроде зомбак. Зачем столько лута, ну? Ай! Прикинь, а? Не знаю, где. Не знаю даже, где открывается. То ты посмотри на эту гадину, а? О, нашел. Let's go. А тут, ну, такой... А, ух ты, больничные нарукавники какие-то. Четвертый левел. Очки опыта, паркур, скорость восстановления здоровья. Ну нормально. Тут что, тут по лучнику? Просто очень много. Урон, паркурные атаки, скорость восстановления здоровья. Слишком много тут всего. Паркурыч качается. Процент прокачки. Мусорка вся моя. Я чисто хламобот какой-то в этой игре. Просто мусорки лутаю, урны лутаю. Хламобот. И что, как открывать? Непонятно. Убегаю. Красиво. Так, и что? И как? Не понял, Ребзи.
Зачем это такое? Ага, понял. Все понял. Куда? Ага, вижу. Так, ну этот пол должен, в принципе, когда-нибудь обрушиться, не? Ну так, чтобы, знаешь, резко, со звуком, громкостью. Чтоб чуть-чуть наложить, навалить. Бубалехов в штаны. Нужно как-то попасть внутрь и открыть дверь. Ну вот же, тут все ясно. Говори что-нибудь, мадам, а хватит носу ковырять. Так я вот это люблю, этих таких компаньонов. Посмотрите на них. Посмотрите. И так уже последние 15 минут. Таких друзей записун-то в музей. Все. Чисто nice teammate называется. Так, тогда получается нам вот здесь надо. А, вот тут дверь открыта. Тут где-то зомбак был, не? Вот он за дверью. Опять барахлишка. О, да, нормально. Так. Ага, ясно. Запомнили, да? Запомнили. Думает, что я не замечу, да? Запомнили. Угу. Let's go. О, ай. А мне понял, а в чем разница? Это ж сортир, правильно, да? И отсюда, и оттуда можно идти, да? Хорошо. Где я вообще? Что? Обходная цепь. Умный ход. Ага. Это не раз меня спасало. Вероника, мы идем? Да. Давай закончим с этим и будем выбираться отсюда. Сюда. Здесь главный компьютер. Ты наконец-то узнаешь, что случилось с сестрой. Она моё всё. А что с родителями? Я их не помню. Только её. Мы... Мы хорошо ладили. Без неё как без... Я даже не знаю. Ты не знаешь что? Ну... Я даже не знаю, кто я. 15 лет назад мы все были другими людьми. Мы все что-то... потеряли. Это здесь.
Опять заперто. Что дальше? Терминал отключен. Система безопасности изолировала зону. Я обстрел. У меня есть идея. Попробуй найти помещение для руководства. Там должен быть пост охраны. Можно попробовать открыть замок оттуда. Для этого тебе понадобится ключ ВГМ. Ты много знаешь об этом здании. Просто вставь ключ и выбери на экране экстренная разблокировка. Я все объясню, когда закончим. Душный квест. Ага, ну у нас очередная проблема. Я меня закрыло. Нужно как-то выбраться. Норм. Я могу тебе помочь? Вряд ли. Просто не уходи. Опа, перчи крутые, по-моему. Опыт паркур, отлично. Отлично. Тупо Робин Гуд. Задолбался по вентиляциям шастать. Нормально, с двуручки даю. Окей. Супер. Сейчас я это допройду. Серию эту доделаю. Надо закончить этот вот квест уже с этой Вероникой. Отмычек больше нет. Ай-яй. Есть. Отмычек накрафтить. Опа, кеды нашел, 4-й левел. Ну такое. Так, а мне что надо отмычки, да, накрафтить? Ну и куда я нах... Зачем я сюда пришел?
Не понимаю. Ну открой, тетя. Может, ты откроешь? Как? Непонятно, чё. Наконец-то. Не было активных действий. С ноги. Хорош. Еще. Силен, силен, бобер. Доктор Вероника Райан, директор департамент полевых лабораторий. Была простым врачом. Охереть! Кажется, это офис Вероники. Ты не была со мной честна, Вероника. Кто этот мальчик? Может, и ее сын? Эйден. Забавно. Пришла, похоже, да? Была еще одна Вероника Райан. Директор департамента полевых лабораторий. Я собиралась тебе рассказать. Почему ты мне помогаешь? Работаешь с Вальцем? С Вальцем? Нет, ни за что. Я даже тогда с ним не работала. У него была своя группа. Но ты знала об экспериментах, об опытах над детьми, над нами с сестрой. Именно поэтому я здесь. Я не могу забыть, что мы здесь сделали. Что мы подвели вас, страдающих детей, и даже не получили лекарства. Лекарства? Мы ведь живые люди! У детей был выявлен естественный иммунитет к вирусу. Мы увидели корреляцию между возрастом, развитием мозга и тяжестью заболевания. Вот поэтому над вами и ставили эксперименты. ВГМ, весь мир нуждался в вас. Казалось, вы наша последняя надежда. Прости. Оно того стоило? Приблизились к созданию лекарства? Мы были близки. Но вирус... добрался до комплекса. Ты тоже проводила эксперименты? Нет. Опыты над детьми ставили в лабораториях. А здесь мы собирали данные и исследовали их. Я была здесь, когда все произошло. Сотрудники начали превращаться, и все быстро вышло из-под контроля. Один за другим. Мы были заперты внутри. Прятались, крались по темным коридорам. И ползали по вентиляционным шахтам. Мой сын был здесь со мной. Пол. Ему тоже тогда было 5. Что с ним случилось? Мне удалось найти шахту, ведущую к главному входу. Я велела Полу ждать меня. Я поцеловала его. Попросила подождать, пока не удостоверюсь, что у входа безопасно. Он прижался ко мне. Не хотел отпускать. Когда я вернулась за ним, он исчез. Меня не было всего лишь 15 минут. Я провела неделю в его поисках. А остальную жизнь в слезах. Я должна была знать... Ребенок. Напуганный. Совсем один. Мне жаль. Ты пыталась вывести его. Откуда было знать? Ладно. У всех нас было свое прошлое. Сосредоточимся на будущем. Ладно. Пойдем. Сменил гнев на милость. А был такой злой, не рассказал, она мне врет. Тудым-сюдым, угу.
А, понял. Через дверь. Жопа застряла. Ну, заходим. Надеюсь, ты найдешь, что ищешь. Все данные ВГМ здесь, Эйден. В чем дело? Черт, я не знаю. Давай еще. Она застряла. Блять, я пойду. Нет, подожди. Я устал ждать. Мне нужны ответы. Ого. Ого. Ничего себе. Вероника, что происходит? Ответь, Вероника, все в порядке? Сработала тревога. Процедура обеззараживания. Обеззараживание? Не нравится мне это. Мне тоже. Химическая дезинфекция убивает все. Как ее остановить? Я не знаю. Вероника! Вероника! Сохраните спокойствие. Вероника! Ее не остановить. Сделай что-нибудь! Я думаю. Думай быстрее! Блокираторы. У меня есть один. Найди дозу для себя. Есть идеи, где искать? В диспетчерской. Там должно быть несколько. Иди, найди диспетчерскую. Обеззараживание готово к запуску. Найди путь наверх. Скорее. Диспетчерская. Наверху. Быстрее! Я знаю, я знаю! Ну, а теперь куда? Нашел. Молодец. А теперь самое веселое. Эйден, ты живой? Чуть-чуть устал. Полежать решил. Эйден? Эй, ты в порядке? Да пойдет. Да, вколол блокиратор. Слава богу. Вроде спаслись. Рад слышать. Подключаемся. Серьезно? Давай. Скрести пальцы. Момент истины. А, ну давай. Черт, что-то сломалось. Прикалываешься? Да, это старая система. Подожди, дай мне ключ. Доступ разрешен. Здесь список пациентов и персонала. Что посмотрим сначала? Поищи Мия. Это твоя сестра? Да. Ничего. Невозможно. Она была со мной. Я ищу. Прости, Эйден. Нет пациентов с именем Мия. Черт! Не может быть! Вальц. Ищу. Одна запись. Клинические исследования. Вещество 1354. Проект закрыт. Все пациенты выписаны из центра. Посмотри список имен. Выписаны. Все? Да.
Проклятье. Не сказано, что с ними стало? Или об этом веществе? 1354, да? Извини, Эйден. Введи мое имя. Эйден. Эйден. Есть одна запись. Среди детей младшего возраста. 2020 год. Эйден Колдуэлл. Это твоя фамилия? Ну, теперь да. Что там? Данные засекречены. Только одна запись. У пациента обнаружена повышенная устойчивость к веществу. Выполнено большинство тестов. Образцовые результаты. В порядке? Да, кажется. Есть еще что? Нет. Это все. Тут еще. Вещество также было опробовано на нескольких зараженных на объектах ВГМ в городе. Безрезультатно. Проект осуществлялся на объекте X-13. В конце концов, он был закрыт, как и сам объект. Есть что об этом X-13? Здесь? Сомневаюсь. Но я о нем слышала. X-13 был центром операции ВГМ. А вещество? Знаешь, что это? Эйден, было так много тестов и клинических испытаний. Давай я поищу результаты в базе данных. Что-то не так. Ты о чем? Написано, процедура запущена. Еще одна процедура? Я ищу. Тут столько данных, начато, затем приостановлено. 11 лет назад. Возобновлена пару дней назад. В X-10. Еще есть карта. Часть объектов помечена, включая обсерваторию. Что все это значит? Понятия не имею, но... Найдены нарушители. Зараженные? Они должны быть где-то рядом. Ренегаты. Похоже, нас выследили. Блин, я думал, мясник. Нет. Быстрее. Возьми ключ, спрячься где-нибудь и запрись. Я разберусь. Эйден, мы даже не знаем, сколько их. Я справлюсь. Неважно, я справлюсь. Разнесу все к чертовой матери. Сюда, по одному. Фулыч, он ставить хочет. Бля, он еще фейкует. Получай, сукин сын. Всю игру эти ренегаты хотят мне вставить. Просто шок какой-то. Thank you.
Хороший стример, плохие ренегаты. Постоянно пытается... Кого? На приколе вы или что? Я видел, там видел лестницу вверх, если чё. Вероника, ты да, цела? Здорово. Да. Ну, у меня плохие новости. Как ты задолбала, тётя? Эти объекты на карте ВГМ. Похоже, это цели. Цели для ракетных ударов. Ракетных ударов? О чем это ты? Протокол ликвидации. У нас мало времени. Послушай, тут отмечены Риверент и гарнизон. Это Централ Луп. Там живут люди. Предупреди Фрэнка. Хорошо. Хорошо. Фрэнк! Фрэнк, твой район отмечен на какой-то тактической карте. Нужна эвакуация. Что? Нет времени объяснять. Заставь всех уйти, Фрэнк! Черт. Так, Эйден, сейчас. Откройте, гляди, чтоб вас! Жди, я подберусь к ним сверху и уничтожу. Тебе ничего не угрожает. Я тебе наслышан. Можно сказать, я твой фанат. Неужели? Дать тебе автограф? Я порву тебя на куски. И крашу стены твоими кишками. Эйден, Эйден, я в ловушке. Мне это очень не нравится. Держись. Боже, меня как рубят, а? Опять, знаешь, еще одна такая повторная драка в той же комнате, ну такое себе. Зачем это сделали? А как я сюда забрался? Ха-ха.
Вероника! А, ладно, опасность понял. Опасность миновала, но нужно уходить. Вероника! Кинула. Спасибо. Жизнь, боль. Чат, жизнь, боль. Так. Вероника, ты здесь? Куда идти? А она с ключом была, по-моему, чат, слушайте. Мне не сюда надо было идти, да? Мне в другую сторону. А, или это одно и то же? Так, воспользуйтесь чутьем, да? Или что мне тут надо сделать? Вероника, ответь мне. Мне пришлось выйти наружу. Прости. Я чувствовала себя в ловушке. Хорошо. Кинула. Где ты? Я шла к лифтам. Я... Вероника, что случилось? Потеряла ключ, у меня... О, нет. Начинается. Нет. Вероника! Она была здесь. Это ее рация. Разыскать. Вероника, держись. Ох, ребятушки, серия-то долгая. Надо стопать. Чикаг, где? Вероника, ответь мне! Держись, Вероника. Я иду. Мой ключ! Где же мой ключ? Беги! Вероника, беги отсюда! Ключ был вроде бы у Вероники. Он же ее типа пытал и бил, где мой ключ, кричал. Наконец-то мы уже вышли на улицу
Это, блин, душно. Вероника, уходи! Отдай мне блядский ключ! Дай его мне! Беги! Я остановлю его! Зачем тебе этот ключ, уёбок? Что ты сделал с Мией? Бедненький мальчик. Бесполезно, Эй! Серьезно? Это конец игры-то? Нет, нет, нет. Или что? Дай мне блядский ключ! Что ты сделал с моей сестрой? Ее давно нет. Нет. Я убью тебя! Мысли. Не стоило возвращаться. Бомбы какие-то вообще ни о чем. Ты проиграешь, Эйден. Я создал тебя, Эйден. Я тебя создал, Эйден. Я же вернулся-то. Я тебя создал, Эйден. О, пол хп сейчас жестким стану. Походу. Ты должен был давно умереть. Эйден, держись, все будет хорошо, только держись. Эйден. Все хорошо, Эйден, все хорошо. Эйден, нет! Превращаюсь. Серьезно? Я ее убил? Это был не я. Это был не я. Ого. Или это был вальс? Не понял. Вероника, о боже, нет! Вальс, что ты со мной сделал? Открыл тебе правду. Что? Слишком поздно. Да что за бомбежка? Эйден! Эйден, где же ты? Эйден! 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 Эй! Я засекла сигнал! Быстрее, под этой кучей! Он здесь!
Эйден, держись. А вот и наша зайка Вань. Блять, какой ты тяжелый. 85. Почти дошли. Есть только и потяжелее. Держись. Фух, конец, конечно. Конец серии, конечно, мое почтение. Ты пришел в себя, слава богу. Прекращай уже это, а? Ты заставил меня волноваться, а я ведь не волнуюсь. Не подходила, Ван. Ого. Не скажу, что я ожидала цветов, но за то, что я выкопала тебя из-под завала и притащила сюда, можно было бы хотя бы сказать спасибо. Ты не понимаешь, Луан. Я... Ты что? Я убил Веронику. Что? Убил. И это не все. Я превращаюсь. Я видела тело Вероники. Разорвано на куски, как прыгунами. Ты не мог. Вальд сказал, что Мия мертва. Мне нужно уйти. Иначе я стану угрозой. Для всех. А что, если он врет? Что, если Мия жива? А даже если и нет... Ты не убивал Веронику, Эйден. Это был не ты. Я повторяю, это был не ты. Это непонятно, это был кто реально. Если происходит из-за Вальца, мы заставим его все исправить. Это ясно? Был... Он чи не он? Я помогу тебе. Как? Вальц придумал ингибиторы. Он должен знать, как остановить побочки. Что это? Пойдем. Наверное, еще одно здание рушится. О, боже. Мясник закончил то, что начал 11 лет назад. Это Вальд. Он использовал ключ, тогда все и началось. О чем это ты? Дилан не хотел, чтобы ключ в ВГМ попал к Вальцу. Он знал, что это чревато. Вальц забрал ключ у Вероники и сбежал. Он будто нужен ему еще для чего-то. Теперь ты понимаешь? Ты должен остановить его. Его и Уильямса. Любой ценой. Луан, я не могу контролировать превращение. В любой момент я... Когда ты почувствуешь что-то такое, просто иди к ультрафиолету. Мне не остановить их одно, Эйден. Ладно. Ладно, вперед. Вот теперь ты говоришь как Эйден. Фрэнк с Хуаном и Мэттом собираются в крепость. Он хочет встретиться с мясником. Что? У меня была такая же реакция. Но он говорит, что после бомбежки Уильямс вышел на связь. Он хочет поговорить. Фрэнк сошел с ума? Вот поэтому я и хочу прикрыть этих придурков. Отправляйся в Рыбий Глаз. Может, тебе удастся отговорить Фрэнка от этой затеи. Если не получится, я буду рядом. Эйден, никто не должен знать о Веронике. Запомни, я знаю, что не ты это сделал, но Джек, миротворцы, им насрать. Они нас не остановят. Не смогут. Ху, да, жестко. Серия, конечно. Ребятулечки, на этом надо стопнуть. Серия и так вышла очень долго. Фрэнк! Фрэнк! Кого? Фрэнк, слышишь? Да, нормально все. На этом надо стопнуть. Серия была жесткая, да, немножечко душнилова в подземельях, но тем не менее. Тем не менее, конец прям конец серии. Я даже не знаю, но мы еще с мясником не виделись. Блин, тут еще будет во что поиграть. Тут еще будет достаточно контента. Я не знаю, я думал, что тут уже конец вот-вот. Я думал, что одна, две, три серии и все. Но нет. Так что не забывайте подписываться на канал. Контент будет каждый день. Стримы на Твиче каждый день. Не прощаюсь.